Всем привет, с вами снова Атлантис, и сегодня ваше внимание представляю очередную распаковочку, очередную посылочку, пришедшую в очередной раз. Откуда вы думали? Конечно же, с Алиэкспресса. Давайте откроем. Заценим, что здесь. А здесь пришел вот такой вот мегаэпичный наборчик. Эпловский с яблочком. Орбизов наших гидрогелов. Здесь, по-моему, то ли 2000 должно быть, то ли 3000. По 200 штук получается. 1000. Ну да, 3000 шариков гидрогеля. Покупались под тот пистолет-пулемет FNP-90. Так что будет чем пострелять ребенку. Кстати, смотрите, они разных цветов, что ли, получается. Там видно какие-то красненькие. Плюс то же самое, видите, висят в воздухе из-за статики. Ну да, вот. Вот треть. Желтый, зеленый, синий, красный. Кстати, вот такой вот наборчик гидрогеля. Обошелся он там рублей, я даже не помню сколько, около 100 что ли. Когда тогда приходил один пакетик, я говорил рублей 40. Неправильно, то есть сказал, он там вообще, по-моему, 14 рублей всего лишь стоило. И перепутал с другим там набором гидрогеля. Этот, по-моему, рублей то ли 70 стоил, то ли сколько-то столько. Так что такая вот посылочка. Как-нибудь, когда будет получше погода, я думаю, устроим какие-нибудь стрельбища на улице. А сейчас пока что так вот, потому что сейчас выходить с этим FNP-90 и стрелять гидрогелем на улице неконструктивно в такую погоду. А нормально где-нибудь на даче пострелять самое оно. Ну, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что, всем счастливо, пока и до встречи.